You are now unmuted. Так, давайте начнем. Это курс DevOps. И сегодня я расскажу про очередную лабораторную. Я планирую добавить еще одну тему в список лабораторных, которые есть. Планирую, что это будет этот вот MLflow, есть инструмент. Это что-то, насколько я пока его читал, смотрел, в духе, ну, не GitHub, не GitLab, но, в общем, такой инструмент, где можно делать проекты, и как-то это помогает тем, кто занимается в сфере машинного обучения, нейронные сети, то есть вам это должно быть близко, возможно, кому-то даже это будет полезно, но пока я там не сочинил какой-нибудь простенький там примерчик задания, поэтому, скорее всего, он будет в следующий раз, а в этот раз я покажу, так, там тоже по плану должен был быть Packer Vagrant Grant. Но я вот тут сделал перемещение, я их поместил на 5-е место, а на 4-е поставил Zabbix. Это система мониторинга, и сегодня, соответственно, буду показывать, что по нему требуется, что оно может. Так. Так. В DataRhythm, да. Сразу в мастер тоже закину это все. Так. Почему? Так, 4. Здесь 4 вот такой. В 21-м. Все хорошо. А почему? Pull request. А. Не дожал. Вот, теперь должно отображаться так же, как в 21-м бренче, да. Так, Zabbix Web Scenario. Их тут. Вот он, собственно, тут где-то вот уже есть видео. Смотрим, что там в задании. Так, он 6-й идет. Агент Smart. Поставлю тут пока без номера. Это будет 4-й. Так, создать или там использовать, есть предустановленный Zabbix сервер. Да, вот есть ссылочка. И, так, ну там залогиниться и настроить мониторинг через там есть так называемый веб-мониторинг. Вот есть мануал. Ну и собственно все. Тут везде номера. Так, ну я смотрел, вот которое здесь приложено видео от 2019 года про Zabbix Web Scenario.
двухлетней давности, оно, скорее всего, рабочее. Но Zabbix обновляется, поэтому я все-таки проверю. Так, я скачал от сюда. Вот есть предустановленные образы с виртуальными машинами, с предустановленным Zabbix. Есть формат VMware, есть Open OVF формат, который подходит и для VMware, и для VirtualBox. Есть также для Hyper-V, QEMU. Так, VirtualBox. Может, надо было этот качать. Ну ладно, я уже скачал OVF. Так, сейчас я его распакую, попробую запустить. А, попутно, Zabbix — это сервер для мониторинга состояния ваших сервисов, то есть на нем можно настраивать различные скрипты, которые будут либо там проверять запросы, проверять ответы на запросы, там, если это веб-приложение. Также он может там всевозможные, туда можно подставлять свои скрипты, которые периодически он будет запускать, и в виде красивых графиков, красивой статистики отображать, что в какой момент времени какой ответ пришел. Также у него есть такая, то есть есть вот этот сервер Zabbix, также вы на клиенте можете установить так называемый Zabbix агент. Это он расширяет возможности, то есть некоторые метрики, которые просто имея один только сервер собрать нельзя, можно собрать через агент. То есть на стороне клиента агент. Некоторые дополнительные метрики, такие как там количество жестких дисков, насколько они заполнены, загрузка процессора, там температура процессора жестких дисков. Если материнская плата поддерживает там, то агент все это соберет. Ну и, естественно, это все есть и под Windows, и под Linux. Достаточно популярное решение. Также есть похожие, вот мне встречалось там Grafana. Еще есть какие-то. Не единственный Zabbix, но достаточно известный. Много обсуждений в интернете всяких вопросов, много туториалов готовых решений. Достаточно удобная штука. Так, надо импортировать OVF. Как он импортируется? Импорт конфигурации. Ах, это штар. Так, 4 ядра, 4 гига. Да, с каждым годом Zabbix становится все прожорливее. Так, ну памяти мне хватит. Но 4 гига это, конечно, немало для такого. Возможно, они берут с запасом и будут работать и на двух, потому что если действительно много данных обрабатывать, то да, наверное, нужны ему ресурсы. Но для примера. Так, ну давайте сделаем 2, как раз проверим. Процессор. Давайте дадим тоже 2.
Так. Так, скачали Appliance. Так, мне нужно будет залогиниться. Хорошо. Вот он. Появился в списке. Запускаем. Ах, надо было посмотреть настройки сетевые. Так, давайте пока вырубим. NAT. Так, NAT нет, по-моему, сетевой мост я делал. Чтобы можно было локально по IP-адресу на него зайти. Но это зависит от, я уже, наверное, каждый раз это говорю, зависит от конфигурации вашей сети, где, как у вас устроено. Если непонятно, то просто перебираете варианты и смотрите, какой IP-адрес получает виртуальная машина, есть ли к ней доступ по этому адресу. Ethernet link is not ready, ну. Также в Zabbix есть возможность не просто собирать какую-то статистику, а еще там выполнять различные оповещения, начиная от простых, что он там у себя на вот это, на веб своем интерфейсе будет показывать там, что вот столько-то проверок работают и выполняются там зелененькие, а вот там парочка или сколько-то проверок там с заваленным статусом, и поэтому вот можете обратить внимание. Это самое простое, а наиболее навороченное, это там он может на e-mail отправлять письма, там то ли с дополнением, то ли еще там с всякими настройками, он может и на сотовый телефон отправлять вам. Я думаю, и мессенджеры можно прикрутить. То есть, пожалуй, вот на все, что на что хватает фантазии, он позволяет. Так. Почему? Что? Что с Так, перезагрузить может его. Я пытаюсь запустить версию 5.4.7. Также в настоящий момент предлагается вот LTS, это Long Term Service, что они долго будут его поддерживать, обещают. Пятая версия. И есть еще шестая, но она что-то там как-то, где-то я видел, а вот альфа, то есть что-то сыроватое. Мониторинг штука ответственная, поэтому я бы за проверенное решение, протестированное. Так, network connection. Что-то ему с network не удается. Так, и
Неужели ему нужно прям 4 гига? Сейчас посмотрим. Так. Вроде памяти он не съел много. Да, в VirtualBox, наверное, загрузку процессора, вот сколько конкретно он отнимает, не посмотреть. Фреймбуфер девайс. Но ошибок нету, но обычно он стартует прям быстро. Что-то не то. Так, ладно, возвращаю ему 4 гига, 4 ядра. Да, вот на базе CentOS они делают эти апплиансы. Что-то как-то это странно. Давайте еще скачаю 5.0. А, все запустилось. Так. Логин в Appliance Zabbix. А, вот. Это я так записывал. Логин, пароль. Appliance, логин, Zabbix, пароль. Так. Не то. Так, что не поменяю, что ли? Так, Appliance. Ну, отлично. Так. Так, Zabbix Configuration. Ага, root Zabbix. Нормально. Угу. Так, сразу поправлю.
Так, мы тут посмотреть, собственно, тут IP address show. Так, у него 88 225. И так, где я смотрел-то? Для фронтеда админ забикс, а было админ забикс. Такой же. Админ забикс. Так, вот он, веб-интерфейс. Куча здесь настроек, куча конфигураций. Можно добавлять в инвентарь то, что мы хотим мониторить. Так. Мониторить будем через вот этот веб-сервис. Так. У меня здесь ссылка на документацию, вот этот веб-мониторинг, пример. Здесь у них под каждую версию удобно есть переключалка. Так, здесь забивается, собственно, сам сервер. Будет мониториться сам сервер Забикса. Ну, что у него веб-интерфейс рабочий. Как бы вот такая легенда. Так. Да, эту штуку надо проделать. И еще вот есть, что я использовал это мониторинг сторонних, как сайтов, веб-приложений, ну, в общем, чего-то вебного. Он просто адрес будет проверять, доступен или нет. Сравнивать полученный ответ. И еще сейчас посмотрю, есть ли тут обработка в духе, если не работает, то он должен отправлять уведомления, например, на почту. Так, response time. Так. Так, можно сделать и то, так-то это быстро вообще настраивается. Так, вот мой Zabbix. Единственный интерфейс у них немножко меняется год от года. Так, configuration hosts. Configuration hosts. Так, может их тоже вот так параллельно открыть. Сейчас, секунду. Так. Это мануал, это Zabbix. Так. Нажать на веб в строке. Нажать на веб в строке. По-другому чуть-чуть выглядит. Configuration host, pick a host and click on web. А, ну у меня вот хост, собственно, один тут пока добавлен. Это сам Zabbix сервер. И для него сейчас что-то будем делать веб. Так, и create web сценарио.
Так, это где-то, да, вот справа вверху. Здесь заполняем, как написано, забекс фронтенд. Так, new application. Так, переменные password user также делаем. Видимо, он прям будет пытаться логиниться с этой штукой. Так, паспорт. Забекс админ. User админ. Пароль забекс. Так, едем дальше. Enabled. Да, enabled. Так, та-та-та-та. Заполняем, нажимаем Add. In the steps tab to add individual. А, это уже следующее. Так, а здесь. Здесь не написано, но на всякий случай add добавлю. А, нет, не надо было нажимать. Все-таки в steps идем. Да, не стирается, окей. Такой вот интерфейс. Так, first page. First page. HTTP. Localhost. Zabbix. Index. PHP. Интересно, это работает вообще она? Так, 88, 225. Нет такого уже. Так. Если вот так, то есть. Подозреваю, что вот надо здесь убирать Zabbix. Так, а, кстати, может я для 100... Да, давайте я сразу переключусь на 5.4. Может и картинки будут совпадать? Нет, все равно Zabbix индекс. Ну, поставить. Давайте поставлю, но прям очень уверен, что по этому адресу он не будет работать. Потому что, ну, давайте проверим. А, не localhost, этот IP-адрес у меня. Сейчас. Нету ничего там. Ну, ладно. Убираю эту. Так, дальше. Начнем проверку с первой странички. Так, required string zabbix ca. Такое чувство, что... Так, тайм-аут. Ага, это есть, вот. CA. Required status code 200. Я так понимаю, это если все ок, то должно быть вот так. Должен там где-то Zabbix CA отображаться. Так, где тут Zabbix CA? Через Ctrl-U смотрим. Вот тут где-то. Непонятно. А, ну вот, контент Zabbix CA, есть такая штука. Похоже, это про нее. Так, то есть ее проверили, 200, все окей. Follow redirect, галочку поставили. Когда все готово, нажмите Add. Готово, first step есть.
второй степ логин. Аналогично, логин. Адрес тот же. Да, localhost. Zabbix не пишу, сразу index.php. Мне кажется, это опечатка в руководстве. Так, name. User. Password. Password. Enter. Sign-in. Так, переменные. Какой-то SID, в который пишем regex name, такую строчку. Так, что это такое? Так, переиспользуем вот эти вот user password у нас там, да, на предыдущем шаге мы заполняли. Так, enter sign-in. Так, мы получаем содержимое какой-то SID, session ID. Так, и это нам потребуется на четвертом шаге, поэтому, ну, в общем, такую переменную вот заводим. Собственно, все. Add. Так, сейчас проверю. Так, follow. Да, еще вот забыл. Follow redirects. Тоже 200. Так, все. Так, добавляем еще один шаг. Третий. Логин чек. Localhost. Так, follow redirects, administration, 200. Ну, это когда мы залогинились, там, видимо, страница administration. Так, Ctrl-U смотрим. Есть тут слово? Вроде как, что-то вот там где-то. Ну вот по поводу, да, по поводу того, что там искать на странице, чтобы проверить, что оно залогинилось, это, конечно, в каждом конкретном случае по-разному. И тут такой идеализированный пример, где все это подобрано, а по факту это, конечно, наверное, самое долгое. То есть зацепиться на некоторых страницах там сложно за что-то, и приходится придумывать. Так, так, все есть. Add. Так, четвертый шаг. Logout. Так, SID, который мы там создавали. У него значение SID. Reconnect. Один раз. Так. 15 секунд. 200. Так, все. И пятый шаг. Code check. Хост, index.php, та-та-та. Так, username, 200. Так, а где тут?
Ладно, пока добавляем. Так, вот такие шаги получились. Ну, как-то да, так. Administration, username, ага. Так, сохранить этот вот веб-мониторинг сценарио. Сценарий выбивали to host, to view web scenario information, go to monitoring hosts. Так, а здесь-то что? Так. Add. Так, ну, не написано, но, по-моему, add надо было нажать. Странно, что. В общем, какой-то косячный здесь у них официальный мануал. Так, идем в мониторинг хост. И там click on the web hyperlink in the last common. Takes web hyperlink. Ага. Click on the scenario name to see more detailed statistics. Scenario name. Ну, тут, видимо, они уже там пару суток подождали, когда оно все заполнится, и у них так красиво. У меня пока непонятно даже, работает оно или нет. Да, вот что-то появляется, как бы работает. Так, и сейчас вот второй пример. Так, по нему я тоже что-то делал. Почему-то он мне больше понравился. Так, ну потому что здесь задается уже внешнего сервиса, не самого Забикса, мониторинг. И вот так. Мониторинг сайта с авторизацией. Да, и вот оповещение, да, вот. Давайте попробуем. Я сейчас сделаю тут достаточно быстро добавить веб-сайт к мониторингу внешний. И добавим, там есть триггеры, это через них делается как раз оповещение о том, что он стал недоступен. То есть я тут симулирую ситуацию, там в хост его заблокирую этот адрес. Соответственно, Zabbix перестанет получать валидный ответ. И посмотрим, работает ли оповещение. Так. В общем, тут предлагают configuration templates. Так, создаем новый шаблон. Тут многие кнопочки находятся справа вверху. Так, template name. Ну, давайте, какой будем мониторить сайт. Ну, давайте Sauron. Вообще работает еще. Так. Так, groups my template. Тут можно, да, группу выбирать. Добавляем его в какую-нибудь группу. Надо ли создавать группу? Вот это вопрос. Ну, давайте просто template добавим. Так, добавляем. Открываем этот шаблон. Открываем этот шаблон.
Куда-то вниз попал на букву S. Да, создал я, конечно. Так. Да, в Zabbix вот тут есть много всяких заготовок, каких-то шаблонов под различные устройства. Чаще всего его используют для мониторинга сетевого оборудования. Ну, не чаще всего, но часто, судя по количеству шаблонов. Эх, найти шаблон теперь этот. Так, поиск есть. Так. Открываем этот шаблон, переходим в вкладку Web Scenarios. Так, открываем шаблон, переходим на вкладку Web Scenarios. Так. И нажимаем Create Web Scenario. Основные параметры сценария. Name. Update интервал. Ну, можно и почаще поставить. Давайте там. Поймет он, интересно, 10 секунд. Так. Так, отличается отображение. Джу указано название приложения. На. Интервал проверки. Сколько попыток. Соединение. Ну, давайте там штук 5 сделаем. Так, агент Zabbix. После этого вкладку Steps. И шаги проверки. Добавляем. Индекс. URL. Так, какую строчку будем искать? Какие там вообще строчки есть? Через Ctrl-U смотрим. Контент. Титул. Так, на GitHub, github.com ищут GitHub Inc. Hub.com. Ищут GitHub Incomparement. Так, это титул. Так, а тут что у нас? Есть. Тоже может какую-нибудь внизу обычно подпись ее взять. Самарский университет 2021. Так, ну в принципе Самарский университет часто встречается. Давайте для начала попробуем, не заработает, будем искать. Так, то есть это у нас required string 200, timeout 15 секунд. Так, name имя шага, URL адрес проверяем страницы, required string строка на странице, которую будет искать Zabbix. Я взял строку из футера сайта. Если Zabbix не найдет на странице, будет считать, что с сайтом все в порядке. А, если найдет в порядке, если нет, выдаст ошибку. Так, 200. Так, нажимаем add. Такая картина, да, такая картина. Простейшая проверка, доступность сайта сделана. Так, прикрепить шаблон к самому Zabbix серверу. Для этого идет configuration hosts. Выбираем Zabbix сервер. Прикрепляем к нему заданный ранее шаблон. Так, templates. Так, и нужно здесь
Так, вспомнить, как назывался тот шаблон. Так, templates. Linked template sites monitoring. А, наверное, это sites monitoring. Есть такое? Нет такого. Так, если все посмотреть, нету. Так, link new templates. Да, хочу link new template сделать. Сейчас открою, какие у меня есть темплейты. А, Sauru мониторинг у меня называется. Мониторинг. Апдейт. Так, не то нажал. Templates. Вот, Sauru мониторинг прицепился. Ждем несколько минут, идем в раздел мониторинг веб. Мониторинг. Точно мониторинг веб. Может сюда? Это все закидывает. Забег сервер. Не то, секунду. Так, мы цепляли это к серверу. Так, чё, где? Так, графики, дашборды. Так, вот что-то есть. А, это его собственные. Так, процессы, CPU, загрузка. Так, а веб. А веб только фронтенд. Так, либо оно где-то в другом месте. Так, веб-сценарий github.com. Потому что мы добавляли это в Configuration Create Template веб-сценарио. Так, Templates, веб-сценарио, Create веб-сценарио. Так, то есть где-то в веб-сценариях оно должно быть. Так, конфигурация. Так, где же это посмотреть теперь?
Так, еще раз хостс. Так. Почему ты пропал? Так, он же был там. Забег сервер в... Та-та-та-та. А, мы шли в configuration hosts. Templates. Sauru monitoring. Так, графики. Веб-сценарии. То есть тут есть мониторинг веб, здесь нет мониторинг веб. Но можно посмотреть, куда убрался веб-мониторинг. Проблемы, дашборд. Так, на дашборд можно еще добавлять всякие штуки. Может, тут есть веб-мониторинг. Так, action log. Так, и... Датасет, датасет. Что-нибудь там с САУ, ничего не связано. Ладно, в общем, сейчас тогда предлагают добавить триггер и смотреть уже в триггерах по нему, отрабатывает он там все окей или с проблемами. Так, здесь это вот оповещение о недоступности сайта. Так, это делается через триггеры, триггерс. Так, где тут добавить триггерс? Инвентарь, мониторинг. Так, триггерс топ 10. Топ 100. Action, maintenance actions, trigger action. Так, может быть, здесь и можно добавить триггер? Нет. Так. Неужели так сильно поменялось? Просто это руководство для четвертого забикса еще я использовал, а вот на пятом, похоже, тут что-то поменялось. Так, экшен это что такое?
Triggers item. Так, похоже, это другая штука. Так, идем в исходный шаблон на вкладку. Ага, надо идти. Понятно, он находится где шаблон. То есть идем в template, идем в наш шаблон. Да, и вот здесь вот triggers. Блин. Так. Вот шаблон и triggers. И создать create trigger. Так. Сайт Sauru down. Так, если среднее значение трех последних проверок больше либо равно единице, то срабатывает оповещение о недоступности сайта. Так, problem expression. Поля такого нету. Есть expression. Похоже, это оно. Так. Sites monitoring. Web test fail. Так, квадратные скобочки. Название сайта. Average. 3. Больше либо на единичке. Так, и recovery expression. А тут все вместе. Так, какой-то есть expression конструктор. Can build expression train, correct expression starting. Так, окей, event generation expression. Recovery expression. Так, ага, здесь вот high. А здесь recovery expression, вот. Science. Так, allow manual close. Та-та-та. Так, когда идет 0 во всех проверках, все в порядке. Триггер сработает только если все три последних проверки не равны нулю. Так. Чтобы проверить работу триггера, достаточно забег с сервер файл, это сход, добавить строку. Так, нельзя добавить trigger, invalid parameter expression. Так, web test fail. Так, скобочка. Так, что мне нравится? Мне нравится expression, create expression. Так, что здесь можно делать? Add. Так, можно из этого собирать, из его конструктора. Так, science monitoring, что-нибудь есть такое? Они же не могли убрать. No data. Average value в период t. Last. Time shift result. Так, а что за item? Ту-ту-ту-ту. Какие есть? Посты. Так.
Так. Какие-то условия. Так, сейчас если отсюда это убрать, expression конструктор. Так, insert expression. Trigger status ok. Так, хайх. Так, стригер статус ок, стригер статус проблем. Это у нас... Когда идет 0. Давайте ок, если триггеровал. Ага, то есть он вот так. And, вот оно как. Нет, это другое. Другая штука. Insert. Так. В общем, это не то, что нужно. Так, а как теперь из этого режима выйти? Close expression constructor. Мониторинг. Так, похоже, да, для пятого забекса это не подходит. Окей. Ищем тогда для пятого забекса. Zabbix site monitoring trigger. Так, элементы данных сценария. Сценарий для создания триггера ошибка в сценарии. Веб-тест фейл. Хост. А,
Так, сайт с мониторинг, это похоже название. Название. Этого application. Так. Да вспомнить, как у меня там было. Сауру мониторинг. Так, нет. Придется чуть-чуть откатиться на так веб-сценарио то есть это было в create template веб-сценарио так template. А, Сауру мониторинг с большой буквы, похоже, вот это. Попробую вот так. Так, вот он мониторинг, и в нем есть веб-сценарий где-то. Еще раз, templates. Веб-сценариус. Так, вот он темплейт. Веб-сценариус что-то не вижу. И тут там, да, как раз не было поля application вообще. Так, что же сделать тогда? Так, заново создать еще сценарий.
New application. Так. Так, теперь еще раз смотрим. Templates. Веб-сценарий. Ага, то есть почему-то, видимо, ад не добавил, что ли. Так. Как только его он тут называется теперь? Потому что там не было поля application. Попробуем так. Нет. Как же он, зараза, добавляется? Так, download speed for scenario, download speed, failed step. Так, response code for step index. Time. Так, по идее, вот эта вот штука. Failed step of scenario sauru. Так, function. Так, это я сейчас делаю вот. Где-то. Триггер. Так, average. Last of 3 больше либо равно 1. Так. Что получилось? Так, average, sauru, monitoring, satisfail, sauru. Возможно, вот так оно сейчас записывается. Sau monitoring web test fail. Sauru. Так, так, так. Куда-нибудь будет сохранить. Все-таки я бы попробовал, как в примере сейчас переписать с этим названием. Замороченная штука. Так. Sauru monitoring web test fail. Так, а тут AVG решетка 3. Смотрим, проглотит. Так, нет. Окей, возвращаем, что было. Пробуем. Ага, то есть это ему нравится. А вот это нет. Аналогично. Так, last равно нулю. Так, item fail. Вот этот вот. Добавляем. Было вот так, стало вот так. Хух, так, добавляем. Так, так, problem recovery. То есть, если
вот это выполняется, то он переключается в problem. Если вот это выполняется, то он переключается, что все окей, восстановился. Так, где это смотреть? Вообще оно должно и на дашборде появляться. Так, количество пользователей. Так, через эту фигню поменяем в хост. Эх, нано нету. Так, vim тоже нет. Так, сейчас какая там в CentOS стал. Ладно. Юм у них. Так, ладно. Юм стал нано. Да. Окей. ETC хост. Так, и сюда добавляем строчку 127.1 Сауру. То есть таким образом блокируем трафик. Ну как его за там петлю создаем. В общем, адрес Сауру после этого перестает работать на Забиксе. Должен срабатывать триггер. Должен. Но где он? Так. Можно поставить почаще. Просто там 1 минута. И он еще 3 раза это должен сделать. Так. Так, сайт Сауру is down. То есть, похоже, вот оно. Так, ну чтобы убедиться, давайте эту строчку, так, не знаю, комментарий там поддерживается, нет, поэтому просто удалю, запишу. Так, смотрим. Сайт Сауру is down. Так. Сейчас, на всякий случай. Он виден же отсюда, да. Так. Так. Срабатывает триггер. Статус resolved. Окей. Давайте еще раз для примера. Еще раз. 27.01. Сауру. Записал. Смотрим. Resolved, resolved. Так, вот. Duration 1 секунда. Sau is down опять. То есть вот. Ping sauru from localhost. То есть он как бы на localhost переадресует и sau не видит. То есть снова проблема. 1 секунда. Надо что ли страницу обновлять? Ну, похоже. Вот, 28 секунд недоступен сайт. Комментируем строчку.
Так, на дашборде, кстати, да. Вот она на дашборде тоже на главном появляется. Так, недоступен 59 секунд уже. Вот resolved. Опять resolved. 1 минута, 1 секунда. Фух, ну, вот так сумбурно, конечно, но вот примерно так настраивается вот этот веб-сценарий. Триггеры, оповещения на Забиксе. Так. А, соответственно, в лабораторной. Сейчас я проверю. Она была как дополнительная. Стаб мониторинг. Та-та-та. Good extent web monitoring standards. Stack based on following manual. А, да, давайте я сюда добавлю то, что я еще делал. Так, запись я выложу, то есть как-нибудь вычлените из нее вот эти вот удачные шаги, которые я делал. Так, стоп мониторинг. Ту-ту-ту-ту. For Zabbix сервер. Мониторинг for external web. Назовем сайт, может быть, и приложение какое-то. Так. Так. Так, ну, собственно, все тогда на сегодня. Лабораторные, да, я там у меня куча меня не лежат. Я доберусь до них и ответы всем пришлю. Вот. Да, если какие-нибудь вопросы есть, пишите. Можете сейчас, можете в Телеграм, можете на почту. Вот, потому что, в принципе, по этой лабораторной с Забиксом, наверное, вот все. Там про агент еще вторая часть, но она будет в отдельной лабораторной. Так, Телеграм. Телефон 792-72-164-96. 96. К этому телефону привязано. Так, интересно, он на сайте где-нибудь опубликован. Так. Нет, телефона я не публиковал. Но окей, ладно. Угу. Так. Так, да, для допуска зачета сдать все лабы или просто набрать какое-то количество баллов. Да, зачет будет принимать Денис. Для допуска, собственно, вот как тут нарисовано, то есть, ну, на самом деле, я, наверное, уже не буду менять. Все, что получается выше тройки, то это как бы уже допуск. То есть достаточно, получается, сдать в срок,
какую-нибудь из лабораторных, либо там парочку, там чуть-чуть завалив срок. Вот, и для допуска это достаточно. Вот, то есть требования такие. То есть вот как тут нарисовано, ну, как бы если вот на тройку, то есть я так понимаю, если там зачет, что он без оценки, то обычно минимальное требование это 3. Вот, то есть от 0,25 до 0,5, включительно 0,25. Такая вот ситуация. Так, ну тогда, наверное, все на сегодня. Всем спасибо и всем пока. Да. You are now muted.